Краснодарский пенсионер помог полицейским выйти на след телефонного мошенника. Он сыграл роль живца, а в его квартире оперативники устроили засаду. Аферист действовал по всем известной схеме. Позвонил, представился следователям и сообщил мужчине, что его сын попал в ДТП, сбил человека. Чтобы избежать уголовного дела, нужно перевести на счет 50 тысяч рублей. Начал подыгрывать. Потому что дело в том, что это не первый раз уже. Я, мол, в состоянии сейчас вам деньги отдать. Ага, ну, а переводить, я говорю, я не умею. Ну, потом через время позвонил, говорит, я вызвал вам такси, подъедет человек. Вы садитесь, он вас везет в банк. И в банке вы снимете, ну, попросите, он поможет вам перевести на этот счет. После разговора с лжеполицейским мужчина обратился к настоящим сотрудникам МВД. Оперативники затаились в засаде. К дому подъехало такси. Задержанный водитель рассказал ему, просто поступил заказ на данный адрес, а цель приезда должны были объяснить после того, как он прибудет на место. В присутствии полицейских таксист позвонил незнакомцу и уточнил дальнейший алгоритм действий. Курьеру сообщили, нужно забрать деньги и перевести на счет злоумышленника. Было установлено, что номер оператора мобильной связи, с которого звонил уже полицейский, зарегистрирован в Новосибирской области, что означает дистанционный характер преступления. По данному факту в настоящее время проводится проверка, направленная на установление личности звонившего. К сожалению, телефонные мошенники часто давят на эмоциональное состояние граждан, принуждают совершать действия спешки. Сообщение о задержании родственника, попавшего в ДТП, одна из самых популярных схем мошенничества, отметили в полиции. С начала года в городе зарегистрировано 262 факта подобного обмана по телефону, а также 172 случая мошенничества с помощью интернета. Полицейские рекомендуют не поддаваться провокациям в подобных случаях и не предпринимать спонтанных действий. Чаще всего достаточно просто позвонить тому родственнику, который якобы попал в беду, и уточнить информацию.